Слото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Теперь о событиях Грузии. Очень интересный ход предприняла правящая партия. Это Политсовет «Грузинская мечта» и «Сила людей». Две правящие партии, я так понимаю, они составляют коалицию в Грузии. Они дали задний ход. Они сделали реверанс в ответ на вот эти массовые протесты, которые начались в Грузии. И они отозвали принятый в первом чтении закон об иноагентах. И в совместном заявлении Политсовета «Грузинской мечты» и «Силы людей», вот этих двух парламентского большинства, двух партий, отметили, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе, и его принятие в первом чтении в глазах части общественности подали как повод, как отход от европейского курса. Они сказали, что они теперь пойдут в массы, будут разъяснять правильность или необходимость этого закона, и только когда создадут общественное мнение в пользу этого закона, тогда внесут его в парламент. Ну, я скажу, это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что протесты дали такой резкий, быстрый результат, позитивный результат. А плохо то, что фактически они сбили волну протестов. Посмотрим, как сейчас отреагирует оппозиция в плане продолжения протестов. Ведь дело в том, что та цель, которую они поставили, они достигли. По идее, протест может сейчас просто раствориться и закончиться, так как они добились своей цели. То есть, видите, учатся, враги тоже учатся, и учатся лавировать, искать компромиссы, становятся более гибкими, более изощренными, более хитрыми. Ну что ж, возвращаемся к нашей войне. Издание The Economist, ну, уважаемое довольно издание в мире, знают, все его знают. Так вот, Economist пишет, что главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Залужный рассчитывает создать 3 корпуса армейских по 60 тысяч бойцов. Точнее, 3 корпуса численностью в 60 тысяч бойцов для наступления, для контрнаступления. Корпуса будут состоять группировка будет состоять из 3 корпусов. Корпуса будут состоять из 6 бригад, общей численностью примерно около 20 тысяч человек. Единственное, что на сегодняшний день вызывает полемику, эти бригады будут оснащены полностью западным вооружением и будут обучены натовским методикам ведения боевых действий. То, чего Российская Федерация не знает и не понимает. Они это видели только на картинке, только на экране, когда наблюдали учения натовских сил. Сами они не применяли, не изучали эти методы, я имею в виду в массовом своем характере, и не применяют, естественно, не применяют их на практике. Для них это будет сюрприз с нашей стороны. Единственное, что западные официальные лица расходятся во мнении, хватит, не хватит 60 тысяч для осуществления контрнаступательной операции вооруженных сил Украины.